Продолжается капитальный ремонт второй кубинской школы в рамках президентского проекта «Образование». Начался он весной этого года. Тогда от школы оставили только несущие стены. После завершения работ она будет полностью соответствовать современным стандартам. Глава округа Андрей Иванов вместе с депутатом Московской областной думы и начальником территориального управления Кубинка посетили объект. По этой школе видно, что фактически идет перестройка ряда помещений. Был пищеблок, актовый зал, все совместно, теперь актовый зал отдельно, пищеблок переносится в другое место. И было принято решение еще в прошлом году проводить ремонты, начиная с Нового года. На объекте работают около 200 строителей и 7 единиц техники. Готовность его почти 70%. Во всем здании сейчас завершают укладку кирпичных перегородок. На сегодняшний день выполнены работы по устройству по коридорах на втором-третьем этаже. Положили плитку. Значит, подготовили основание на первом этаже. Завершается уже кладка. В общем, по всей школе. Буквально осталось пару дней. Приступили к работам по монтажу керамогранита на фасад. А еще ставят окна и ведут работы по благоустройству территории. Да, вот здесь деревья, Андрей Ильич, Потому что здесь как раз беговые дорожки. Да. Во время обустройства стадиона строители столкнулись с некоторыми сложностями. Пришлось убрать мягкий грунт, чтобы дойти до твердой поверхности. Для выравнивания площадки потребовалось около 600 кубов песка. Сейчас идет утрамбовка основания под стадион. Ремонт планируют завершить к 1 сентября. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова».